Давайте попробуем понять, что мы изучили о квантовой механике и как это все связано. Смотрите, подходя к квантовой механике, что люди уже знали. Значит, они уже знали, что свет — это волна. Да, то есть они видели интерференцию света. Интерференция света была известной вещью. Они знали, что электрон — это частица, что материя сделана из частиц. То есть я здесь напишу материя, частица. То есть, ну, люди, у них было какое-то понимание физики, и вот каким оно было. Да? Материя сделана из частиц, свет — это электромагнитные волны. Это еще теория электричества предсказывает. Теперь с чего началась квантовая механика? Фотоэффект. Фотоэффект, где у вас есть какая-то цепь незамкнутая, и вам, чтобы в ней пошло электричество, нужно сделать, чтобы электроны перебрались отсюда вот сюда. Чтобы это сделать, ну, можно разные штуки делать, но люди светили светом сюда. И фотоэффект заставлял электрона выбиваться, начиная с какой-то определенной частоты света. И, соответственно, то, что электроны выбиваются, начиная с определенной частоты света, и то, будут электроны выбиваться или нет при данной частоте, не зависит от амплитуды света, то есть от интенсивности света. Это можно было объяснить только квантовой теорией, да? То есть свет, выбивающий электроны, можно было, ну, что он вот таким образом, каким он выбивает электроны, можно было объяснить, только приняв то, что свет — это волна. Корпускулярная теория света, что свет — это не волна, а еще и частица, да? Что свет в частицах летит и выбивает электроны каким-то образом. Сейчас вам первое задание — восстановить всю логику, почему то, что свет выбивает электроны. Да, есть разный диапазон частот. Вот у вас частота. И это выбивание электронов. Количество электронов. Вам нужно объяснить, почему так, что до какой-то определенной частоты электроны не выбиваются, потом начинают выбиваться. Как это требует того, что свет — это частица. Да? Нужно объяснить. Как это так? Свет — это частица именно из-за того, что он выбивает электроны после какой-то частоты. Да? Всю логику, пожалуйста, пройдите ее друг за другом, поймите.